265 миллионов бюджетных рублей выделено на ремонт автомобильных дорог в Тобольске. Работы идут полным ходом на подъездной дороге к микрорайону Менделеева. Для улучшения видимости очищены придорожные полосы, сделано уплотнение откосов. Специалисты ДРСУ-6 уже начали укладку асфальта. С каждым днем техника продвигается к железнодорожному вокзалу. Там планируют смонтировать две остановочных площадки. Мы синхронизировали эту работу с управлением автомобильных дорог Тюменской области. Они будут ремонтировать участок от развязки федеральной автомобильной дороги до ЖД вокзала, а мы от ЖД вокзала до микрорайона Менделеева с ремонтом моста через Михайловский ручей. Дорогу на Менделеево протяженностью более 3 километров за летний сезон отремонтируют полностью.